Более 600 дошкольников и учащихся начальных классов собрались сегодня в одном из кинотеатров города. Пригласили детей сотрудники Ангарской госавтоинспекции. С одной целью – рассказать о правильном поведении на дорогах города. Такие кинолектории с играми, конкурсами, викторинами и просмотром фильмов инспекторы ГИБДД организуют для маленьких ангарчан третий год подряд. Я тоже перебегаю дорогу, но я перебегаю так. Я смотрю сначала, наступаю одну ногу на зебру, смотрю, машины остановились и перебегаю. Потому что каждый день мне надо поскорее домой, потому что маме надо на дачу. Ежегодно такие профилактические кинолектории посещают более 1000 детей.